فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Следующий аят, Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля говорит, 230 аят, Каулю Тааля, фаин таллакаха, если он же разведется с ней, яни таллаката фалиса. До этого уже сказал, татталяку марратан, разводиться можно дважды, то есть какой развод, после которого можно жену вернуть, а здесь сказал, фаин таллакаха, если он с ней разведется, яни таллаката фалиса, третий развод, фаля тахиллю лаху мимбад, после этого она ему не дозволена. Ай мимбади таллакати фалиса, после третьего развода, хатта танкиха зауджан гайра, пока не выйдет замуж за другого человека. Ай гайри муталлик фаюджамиуха, то есть за какого, за другого мужа? Не за того мужа, с которым она развелась, а за другого человека. И он баракалуфикум, чтобы у него с нею была близость. Он никах уятанауль ват, то есть под никахом подразумевается близость, и договор никаха баракулуфикум. Как пришло в хадисах, пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Хатта тазука усайлятага», пока он не вкусит ее митка. То есть, и как говорят баракулуфикум, не вкусит пока митка, пока баракулуфикум, у них не будет какой близости, такой близости, что у него будет оргазм, что его семя попадет в нее, вот так вот. А не просто так, например. То есть, во-первых, если мужчина женился, просто акт сделал, акту никах, и потом все, я тебе таляк даю, это не действительно было. Потому что в хадисе пришло, что Аллах проклял, ля'ана Аллаху мухаллилю аль мухаллиля ля. Всевышний Аллах проклял того, кто делает дозволенным жену для кого-то, и того, для кого эта жена делается дозволенной. Или как в некоторых хасарах пришло, обоих проклял. То есть какой-то мужчина дал три раза женил свой таляк. Потом просит какой-то, брат, можно ты женщину моей жене, тут же с ней разведешься? Тут же с ней разведешься. Аллах проклял и того, кому он обратился, и этого человека самого проклял. Во-первых. Во-вторых, этот никах считается недействительным. Третий баракалуфикум, пока не вкусит ее митка, то есть не просто баракалуфикум. Например, кто-то скажет, ладно, зайду и выйду. Нет, именно полный половой акт, как полагается и так далее и тому подобное. И после этого уже по его мнению. То есть, как к нему возвращается, хочет он с ней развести, она ему понравится, правильно? Он ее уже не отпустит, баракалуфикум. А если она будет требовать без развода, без причины, а запаха рая не почувствовать. Поэтому, баракалуфикум, Всевышний Аллах так как установил, не надо торопиться с разводом. Валлахи, билляхи, таллахи, братья. Тот человек, который начал давать жене развод, один. Если ты дал, ты не остановишься. Если человек дал жене развод, один, второй, все, ты не остановишься. И удивляешься, почему, братья, дав жене 33 таляка, потом тебе задают вопрос, брат, вот у нас такой таляк. А что ты, зачем ты спрашиваешь? Даже если тебе сказать, ваши таляки были недействительны, ты также продолжишь ей таляк давать. Почему? Потому что ты эти двери открыл. Ты эти двери открыл, баракаллаху фикум, ты уже не остановишься. Поэтому сделай, придумай что-нибудь другое, какие-нибудь другие, то есть меры наказания, но не таляк, но не таляк, ни в коем случае не таляк, баракаллаху фикум. Если уже однозначно решил, не решил с ней разводиться, тогда уже давай таляк. Поэтому Всевышний Аллах говорит дальше. «Фаин таллакаха фаля джунаха алейхима айята раджа». Если же тот второй муж уже, который законным образом женился, и у них была близость и так далее и тому подобное, все нормально. И если он вдруг с ней разведется, тогда проблем нет, ей вернуться кому? К первому мужу. «Яни фаин таллакаха заучтани». То есть, если с ней разведется второй муж, бадама джамааха, после того, как у них была настоящая близость, фаля джунаха алейхима, то нет проблемы. Яни альмар ати валя зауджилауль, то есть, женщине и первому мужу, ан ятараджа, чтобы они вернулись друг к другу. Яни никах би никах джадид, но чтобы это было с новым никахом. Инванна, если они думают, ай алима, то есть, если они знают, вакиля раджава, то есть, надеются, то есть инзанна алля аюкима худудала, если они думают или же склоняются или предполагают, что вернувшись друг к другу, они будут жить в соответствии с границами, установленными Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И вот шейх говорит, что алима вакиля раджава, то есть то, что они знают или же думают, склоняются, надеются, лянна ахадан ля ялиму магу вакайну лила, потому что никто не знает о том, что будет в будущем, кроме Всевышнего Аллаха.
Инданна айюкима худуд Аллах, если они думают, что они будут блюсти, то есть законы, установленные Всевышним Аллахом, или границы, установленные Всевышним Аллахом, айякуну байнау салях вахусну сухба, то есть между ними будет мир и хорошие отношения друг к другу. Каля муджахид маанаху, то есть муджахид говорит, что смысл этого. Ин алима, если они поймут, анна никахума аля гайри дальса, то есть если баракаллаху фикум, что их никах не был таким вот притворным никахом, то есть дальса, как говорит дальше имам Багави, арада бит дальса тахлиль, то есть когда кто-то женится для того, чтобы сделать его дозволенной для первого мужа, вот это дальса, ну да, слово тадлис, обман. Некоторые ученые сказали, что если женщина, выходя замуж за второго человека, не ставит ему условия, что он с ней потом должен развестись, то этот никах является действительным, и она становится ему халялем. Некоторые ученые, но это противоречит хадису, каком, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пока не вкусит твоего метка. Валяха садакун митля гайра аннаху юкрах идакана фи азмиха залик. Однако, и он обязан ей выплатить, что садак, махр, однако, говорят, это является макругом, если у нее намерение изначально, у нее у самой есть, что она выходит замужем с таким намерением. Всевышний Аллах говорит, ватилька худудулла, это границы, установленные Всевышним Аллах. Юбайину халикауми яалямун, которую он разъясняет для людей, знающих. И вот, баракаллаху фикум, вот тут вот правило, которое мы брали, кавайду хисан, лякауми яалямун, для знающих людей, и Всевышний Аллах не упомянул, что... знающих людей, знающих о чем. Имам Бах говорит, яни яалямуна ма амарахум Аллаху тааля би, то есть знает о том, что им приказал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум получается и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллах. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля это дабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кураном? Афаля ятадабарун аль-Куран ам аля кулубин акфалуха.